Ми продовжимо програму «Новий день» і зараз ранковий гість у нашій студії Валентина Мефоденко, організатор культурно-виставкового проєкту «Японія. Традиція краси» культурної асоціації «Новий Акрополь». Ви керівник цього осередку культурної асоціації «Новий Акрополь» у Миколаєві. Я вас вітаю у нашій студії і розкажіть, будь ласка, що це за проєкт такий культурно-виставковий? Японія – традиція краси. Ну, зрозуміло, це присвячено Японії. Так. Добре утро всім. По-японськи «добре утро» – «охайо». І ось так ми розкрили інтригу, яку, про яку говорили з самісінького ранку. Так, слово дня наше сьогодні – «охайо». Ми бачили його на наших екранах, і у нас є навіть дописувачі. Ми просили наших городян писати, і от це слово знала Віра Ануфрієва. Ми їй вдячні за те, що вона нам дописала наші їй привіти і охайо, Віро. Так. Ну, если говорить про сам проект, то он был создан еще в Киеве и уже пропутешествовал во многие города Украины. Там проект был и в Одессе, и во Львове, в Ивано-Франковске в прошлом году, в Полтаве, в Донецке в свое время. И вот, наконец-то, он добрался до Николаева. І чим він цікавий? Чому виникла така ідея створити подібний проєкт? І чому в Миколаєві? От, чи є люди, які цікавляться цим? Чому саме? Да, вот 21 числа в субботу было открытие выставки. К нам пришло очень много горожан, николаевцев на открытие. И еще оставались на мероприятии, воркшоп по японской поэзии. Это было увлекательно, интересно. Сами же они потом сочиняли свою собственную хайку. Почему? Потому что, ну, почему именно такая тема Япония? Потому что, скорее всего, любая древняя традиция, она богата своим наследием, и Япония не исключение. Япония интересна тем, что это культура эстетики, красоты. Я думаю, что в нашем мире мы немножко теряем это чувство прекрасного. И когда существует чувство прекрасного, мы не можем что-то нарушить, испортить. Да, то есть агрессия, разрушение – это все то, что претит чувству прекрасного. Ми зараз бачимо на екрані фотографії. Вони також представлені на виставці. Хто їх зробив? И что это за проект, такой фотопроект? Да. У нас в проект входят фотографии. Фотографии сделаны авторами, членами и те, кто обучается в культурной ассоциации «Новый Акрополь». В свое время они путешествовали в Японию и вот подарили все свои работы для того, чтобы создалась эта выставка. Но в выставку еще входят информационные стенды об искусствах Японии и философии Японии. Там есть и о дзен-буддизме, и о характерной религии, верования японской синто. Еще представлены 6 образцов воинских родовых гербов. И еще у нас есть образец короткого меча японского. Маленький музей. Так. И я бачу прекрасні ляльки. Мені от вони перед ефіром нагадали трошки українську ляльку-мотанку, особливо ось ця більша, вона без обличчя. І позаду, якщо ви покажете, в неї хрест червоний. От трошечки є подібне, незважаючи на різницю культурну, незважаючи на таку велику відстань у часі і просторі, і, звичайно, костюм, естетика, все зовсім інше, але щось подібне є, мабуть, таке культури мають якийсь відгук одна в одній. Да, и еще в нашем проекте представлены образцы кукол, это как одни из, там их у нас много, и двух видов, одна ручной работы, которую вот мы показывали, и другая более такая эстетичная, да, и больше мы через них показываем, во-первых, кимоно, это одно из характерных одеяний Японии, можно рассмотреть
на куклах. И вот такие ручные, они там передают больше образ, больше красоту образа, да, движения. Когда-то был мастер-класс, воркшоп в Полтаве. Мастер делал такие куклы и подарил нам на проект. Дуже красиво, витончено. Yeah. І трошечки Японії у нашій студії. Які ще заплановані заходи, акції в рамках цього проєкту можна запросити глядачів саме на ці акції? Да, у нас ще предстоїт цілих 2 місяці, як буде проходити проєкт. Вот в эту субботу, 28 апреля, мы приглашаем в 3 часа дня на искусство оригами. Магия бумаги, как мы это назвали, тоже одно из интересных видов японского искусства. А май у нас очень насыщенный, у нас там будут киноклубы. Вот 4 мая в пятницу вечером на 6:30 мы планируем первый фильм запустить японского происхождения. И еще мы пригласили, это будут выходные 19-20 мая, одесский филиал чайной группы «Урасенке», для того, чтобы они в нашем проекте провели чайную церемонию. И там будет и демонстрация, и тоже возможность быть гостем этой чайной церемонии, как отдельное мероприятие. И еще они обещали, что могут провести показ кимоно, как оно одевается, какова философия этой одежды. Я думаю, это дуже цікаво. Да. Кто может завітати на эти заходы? Кто может відчути себе японцем на декілька хвилин? И знаете, это может кто угодно. Я вот, когда в воскресенье у нас прошла лекция первая на тему тайны японской души, и к нам пришли даже девочки 10-15 лет. Хит открытый. Да, да. На оригами точно. У нас еще будут воркшопы по икебане, по живописи японской сумие, и будут еще лекции, 2 воины традиция бусідо, путь воїна і філософія дзен. Не забувайте нас, надсилайте нам інформацію, будемо розповідати і знайомити наших глядачів із такими цікавими заходами. Я дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Охайо! Да, спасибо большое вам. Приходите, ми очень раді. Вулиця Московська, 47.